Сегодня, ребят, мы поиграем в танковые гонки. Я тут вот вступил в команду Виталия Олененко. Виталя. Пилот, закаленный в советских школах экстремального вождения. Он, сука, хладнокровен и расчетлив. Вот, молодец какой. Я вот только не хладнокровен и не расчетлив. Блять, я выбрал эту хуйню, эту сторону, эту позицию, сука, которая третья сейчас. Упорство. Был вариант выбрать стойкость и опыт. Сука, я же упорный, дохуя. Я выбрал, и разница уже почти в два раза. Собственно, приз в конце одно и то же. Только у этих там синяя шкурка, у этих зеленая шкурка, у этих красная шкурка. Но если первое место, то тебе три шкурки дадут. Второе место — две шкурки. Третье — ну, собственно, я одну шкурку получу, эту ебаную красную. Вот этих капитанов можно получить, командиров. Собственно, без разницы, за кого там упорство, стойкость, опыт. Тут будут этапы разные. В топ-100 уже есть какие-то дурачки, которые 4200 нахерачили. Это, сука, сутками. Это просто сутками по откату катать эти ебаные гонки. Потому что у них еще, сука, откат. Между гонками, блять, откат. 35 минут. Ну, я вот упорный. Я за Виталю. Я, собственно, упорно буду получать свои, собственно, призы, которые вот там внизу на панельке. И получу свое упорное третье место с позиции. Посмотрим, что нам в ангар дали. Дали нам чафлика. Это, сука, сбалансированный, так сказать, танк, как сказали разработчики. Это Т-50. Очень быстро стреляет, но не особо быстро ездит. Ну, как в смысле по максимальной скорости. Разгон у него охуенный. А мне понравился вот Леопард. Леопард вообще охуительный. Он, сука, быстро гоняет. Мне тут вот еще 4 заезда доступны. Сейчас попробуем катнуть на нем разочек. Вот такой вот. Жопа у него бронированная, больше ничего не бронировано. Это у всех танков, на самом деле, так. Ну, у этого, сука, есть пулемет. А как известно, если у танка есть пулемет, значит, в деревне никто не живет. Все, поехали. Я сейчас расскажу про свою небольшую тактику, как бы тут она за несколько уже гонок выработалась. Вначале пропускаем, блять, ну одного хотя бы пропускаем, потому что второй что-то дупляется. Вперед. Его начинает фокусить все, потому что на тебя как бы забивает хуй, потому что вперед выбежал. Тут даже очень часто в боях вначале такие: чувак, давай, фокусим вот этого фокусим, все, блять, фокусим, иначе просрали, все быстрее фокусим. И они так и делают. Частенько. Вот наш один залип. Здесь самая главная тактика. Едете, не отвлекаетесь, на дорогу смотрите. Периодически поворачивайте ебальником, смотрите. Тут кто-то вперед вырывается. Вы его берете в автофокус. Просто в автофокус. И все. И везде, где будет вот красный бордюрчик слева, он самый низкий. Вот тогда стреляете. Просто тогда. В остальное время можете даже хуй забивать, вы, скорее всего, никуда не попадете. Либо когда подпрыгиваете. Вот подпрыгиваете, сразу стреляете, тоже кого-нибудь можете попасть. Вот красный бордюрчик. Блять, ну я не откатился пока. Еще на четверочку нажимаем, форсаж врубаем. Я не особо его годно врубаю. Собственно, его нужно поумнее, когда вот такие вот воды, блять, какие-нибудь, сука, глина, какая-нибудь ебаная, блять. Если застрял где-нибудь, там уебался, вот тогда форсаж и побежал хотя бы скорость стабилизировать. Ну, я просто юзаю, считай, по откату его просто. Просто, блядь, по откату. Вот, сука, загорелось, опять нажал. Мне на самом деле его впадлу экономить, я лучше его буду нажимать, чем буду про него забывать. Вот, пока бордюр, просто стреляю. Вот, блядь, я ни в кого не попал, мне пизды дали. Такое тоже бывает. Самая главная фишка — приехать первым, вторым или хотя бы третьим. Тогда тебя отремает в конце. То есть, если ты первым приехал, тебе 25% здоровья восстановят. Если вторым, то, по-моему, 15%. Если третьим, то 10%. То есть... По факту лучше приехать первым, и тогда вообще заебись тебе будет. Но не всегда. То есть ты приехал первый. Вот, тут, блядь, этот отстал уже, надо было на это переключиться. Ты можешь приехать первый, а твои два долбоеба приедут, сука, пятым и шестым. Не факт, что даже еще приедут. Могут где-нибудь застрять, забить хуй или просто не поехать. Просто стоять на старте. И просто враги победят захват. Я сколько раз приезжал, такой: крутой, я первый. Оборачиваюсь, а там три врага. Моих никого. Они меня запинали, блядь, ногами, там, с санными тапками, блядь, и все, и мне пиздец. Хотел бы тут, блядь, к ним перепрыгнуть. Не особо получилось. Пора тапок в пол. И съебывать. Братишка меня преследует. На него-то мы и переключимся.
Вот, собственно, мы к финишной прямой подбираемся. Тут стрелять вообще без помпа. Наверх ушел. Собственно, меня сейчас отремонтирует. Почти фуловую сделает. А вражина, которая сверху ебнет, его поменьше отремонтит. Из-за падения, кстати, ХП не снимается. И еще одна тактика. То есть, когда уже выходите в контактный бой, я что заметил? Ну, не просто заметил. Я-то это юзаю. Подставляете жопу. Ну, как бы это грубо и пошло не звучало, но тут, блядь, только жопой можно танковать. Больше ничем. Вот просто ничем ты не протанкуешь. Потому что плита какая-то там более-менее бронирована, она только на жопе. Со всех остальных сторон тебя просто, блядь, шьют. Вот просто как, сука, картон. В жопу-то тоже шьют постоянно. Ну, сука, ей хоть как-то пробовать блочить, это вот самое оно. Мне сейчас главное... просто не дать захватить этим гусям. Вот этого, блядь, сбить! Сбейте, сука, он сейчас захватит в одну каску, блядь! Сбейте. Да. У нас тут 2 на 2 осталось. Ну я пока с этим повоюю. Этот с этим повоюет. Вот я жопой, собственно, танкую. Он меня все равно пробивает. Ну вот, срикошетил. Срикошетил, блядь. Не пробил. Давай. Заблокировать. Вот, надо леоперда тоже, блядь. Уничтожить. Давай, братишка, мы добьем леоперда. И потом убьем вот этого гуся. С тобой, вдвоем. Давай. Да-да-да-да-да. Я с жопой танкую. Давай. Давай. Блять, нет, ты тоже жопой танкуешь, сука. Дай, повернусь, блять. Сука, вот это странно. Это как на велосипеде задом ездить. Вообще какая-то хуйня непонятная. Он, короче, тупо кнопку зажал. Вот просто одну кнопочку. И забил хуй. Он просто меня убивает, блядь, этой кнопкой. Ну, не пробивает иногда. Тут можно, конечно, попробовать ромбиком, там, бубликом, там, раком стать. Но без разницы, на самом деле. Просто, сука, плиту им подставляешь, и с каким-то шансом иногда он не пробивает. Вот, собственно, и последний в ангар уехал. В общем, ребят, главное, не стойте, просто едьте. Если вас фокусят, притормозите, пропустите кого-то вперед, пусть на него дамаг уйдет. И все. Вот. А в конце каждого боя дают кубки. Ну, там подписано, какой за что. Там за 1000 урона накидать, там первым приехать к финишу и так далее. И, собственно, за каждый кубок дают 5 очков. То есть даже если вы проиграли, но какой-то кубок получили, то очки вы все равно получите. В общем, сейчас попробуем еще раз прокатиться. Сейчас заруба. Писятки против леопердов. 3 леоперда и 3 писятки. Такое редко, кстати, бывает. Обычно одни писятки. Я тут чуть лоханулся, вперед выскочил. Меня тут фокусить начали. Но вроде как бы они переключились на третьего, сзади идущего. Нет, сука, кто-то меня лупит все равно. Один на мне остался. Вот все время, когда на леоперде едешь, а не на писятке, такое ощущение, как будто он, сука, вообще не газует. Вот вообще. Хотя у него максималка как бы выше, и при форсаже он быстрее писятки. Но писятка все равно, блин, щемится очень быстро. В отличие вот от этого крабка, да, сука, все в меня хуярят. На этот раз я прыгать не буду. А то мне сейчас тут полную жопу огурцов насуют. 21 против 49. Что-то мне напихал. Что-то успел. Главное, вот, блять, вот на этих поворотах уебанских, просто чтобы тебя не снесло. Это вот как в андеграунде, прям в гоночках, блин. Вот чуть-чуть снесет где-нибудь, и все, и ты, блять. Ушел, об забор ебалом потерся, блять, развернулся, сука, тебе уже, сука, на, там, на позиции 5 обогнали. И будешь на месте кружиться. Главное этого не допускать. Отъебитесь вы от меня, блять. Дайте под мост съебаться, сука, дайте под мост съебаться. Я в безопасности. Давай, да бля, настырный, блять. Я первый хочу приехать, мне больше всего пизды дали. Не отрематься надо. Гусь какой. Я, говорит, первый приеду, блядь. Хуй тебе. Пока тихонько едем. Враги отстали. Леоперд мой перевернулся. Союзный. Они что-то там забодали друг друга. Ёб твою мать! Сука! Блядь, меня отремонтят, отстаньте! Тихо. Ну, в принципе, вот этого можно пустить. У него вообще 60% здоровья. Да, всю фору проебали. 3 толстых леоперда застряли. Главное, ребят, просто доедьте до финиша. Живыми. Вы там будете полезны. Хотя бы будете сбивать захват какое-то время.
потому что очень часто кто-то не доезжает просто до финиша вообще. Либо где-то, сука, заблудился, хуй забил, вышел и все, а ты как хочешь там выиграть. Сука, ты что творишь? У меня для тебя есть форсаж. Я его приготовил специально для этого случая. Хуй тебе, блядь. Я первый. Я прям Вин Дизель, блядь. Копил кнопочку. Ждал. Выжидал. А теперь танкуем жопой. Вот, опять. Жопа в действии. Сила бронебойной жопы. Первого убили. Вот этого давайте дофокусим. Меня даже никто не бьет. Мне все хуй положили. Ты куда, блядь, побежал? На мой, блядь. Второй. Да-да-да. Прострели мою задницу. Прострели мою железную задницу. Можешь еще и поцеловать по дороге. Да-да. Да-да-да. Да-да. Интересно, как ты выживешь против укусов двух ляпердов, блядь? Не пробил. Пробил. Пробил, не пробил. Куда ты побежал, друг? От двух леопардов теперь деваться некуда, братан. Вообще. Все, пизда тебе. Куда ты, блядь, побежал? Куда? Домой, в ангар. Всех троих зашотал. Я, конечно, фраги попиздил, но тем не менее, все три мои. Так точно. Есть победа. Ну, опять. 6 кубков. 40 очков. Все заебись. Ребят, вот делайте примерно так же. И хотя бы с вами играть удобно будет. И снова всем привет. Этот ролик вообще был не запланирован. Просто как бы гонки начались, а я если раздуплюсь, это во вторник выпущу, они там уже практически закончатся, и это вообще будет не актуально, и нахер это надо. А так я хотя бы вам успею рассказать какие-то моменты, которые действительно должны вам помочь нафармить быстрее эти призы, которые даются за эти гонки. А еще я покопался в альбомчиках NCS и откопал вот этот трек. Он реально прикольный, мне прям очень понравился, поэтому я с вами им делюсь и еще одну гонку под него подсовываю. А вы не забудьте там лайкнуть, коммент оставить, друзьям рассказать. Можете даже написать, что «О, бля, я там гораздо лучше езжу, так хоть хуёв проехал, вообще ничего не накидал, лошары, лоу-скилл». Я вас тоже нахер пошлю, чего мне, не жалко. Так что пишите, пожалуйста. Коммент открыт. Всем спасибо, пока. We'll be right back.